перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Ну что, друзья, шоколад не виноват. Возвращаемся к классическим трансляциям. Пафосным, как герои-современники. Я немножко волнуюсь, Сережка, подержи меня, пожалуйста, подержи. Вот так кулачок вверх. Кулачок, я волнуюсь. Волнуюсь перед трансляцией. Да, я снова опоздал. Я... Забыл, короче, ключ, ну, вот эту таблетку, ключ-таблетку, и стоял, нахуй, просто минут 20 перед дверьми подъезда, пока кто-нибудь не вышел. И кто-нибудь вышел. Да. Серега, всем привет, всем привет. Привет. Я Курчатов, Курчавый. Да, друзья, мы сегодня хайпуем в стиле оверхайп. Всем приветики. Нет, я не курю. У меня и так голос. Абба, Серега, ты держишься, куришь? Или уже все? Или сорвался? Мне оверхайп первый больше нравится почему-то. Может, потому что он первый? Оверхайп такой родненький. Там такие песни, как «Музыка», «Колумбайн», «Новый Орлеан». Хороший. 15 дней не Сергея Балбиск, молодой королевич из антихайпа, не курит 15 дней. Друзья, всем вообще предлагаю скинуть ему денег немножко на сигаретки. Поздравляйте. Вот так вот. А Хаски все, умер Хаски. Всем спасибо, кто послушал, кто слушает. Я тоже вот слушал долго. Целый день перед выходом сидел и слушал. Думаю, блин, что же это сейчас выйдет? Что же выйдет? Вышло норм? Да, и интро. На оверхайпе 1 есть в интро. Фиты с Овсянкиным. Не знаю, наверное, нет. Куджи подкаст, я смотрел там, ну, каких-то выпусков. У них прикольная все время студия интересная. Так они, конечно, им бы динамики немножко придать. Но я говорил уже в прошлый раз вроде. Абба. На Арбате курил. Новый антихайп. Кого хочешь, выбирай. Нового антихайпа было название «Ёбаный антихайп». Сначала, но я подумал, блядь, типа придется же заменять каким-то ефемизмом для всех площадок, потому что там мат нельзя, звездочками мат затирают. И я думал. Короче, ничего не придумал. Назвал «Новый антихайп», все. Сольник в следующем году, други мои. Книгу какую читаю. Вот под рукой лежит «Путеводитель по Вене». Но я его 1000 раз читал, он так что-то взял с полочки. Вернуться в города детства. Вена, Париж. Где Виктор СД Вячеслав? Дома сидят у себя. Дома сидят, друзья. Всем привет и привет Роме Бордунову, Леше Мельникову, Андрею Сало. Всем пацанам. Борис Замаев. Вот. Абалбиск. Эмили. Все. Джигли везде будет? По крайней мере, должен быть.
метамодернистов, только Миша Джигли. Привет, привет, друзья. Всех, у кого клевые аватарки. В антихай попасть через мой труп. База вообще бомба. Ну, нас разъебали, конечно, но вообще... Сатане, ну я предлагал Сатане нормально, он все проебывается. По Бабангиде и ПМу новостей нет. Да просто нормально все. Пукер кинул. Помнишь, как Миша Крупин кидал города? Миша извинялся тогда. А наша дружба не терпит удар. Я батлил с Фалиным. Вместе. Слушайте, погодка... Ну какая? Да обычная, холодная. Холодно, холодно, друзья. Купил вот худи. Вот так вот худи, короче, чтобы вот так вот затянуться и все, и потеплее станет. Холодно, друзья, в худи приходится. Ушел Букер. Букер во фрешмены ушел. Это, ну, то есть это драфт. Это в команду из РФПЛ, другая команда. Куртку не купил, старыми обхожусь. Фалин не хочет. Надо приехать в офис, подписать документов пару. Он говорит, не хочет. Нового Пелевина не читал. Не надо разъебывать никого в пизду. Просто, братишка, напиши песен, хороших песен. Букера, да, прощу. Если вернется, прощу. Best rap, лучший рэп. Зимние сапоги. Нет, кстати, видел, Букер купил себе зимние сапоги. Я ему говорю, не рано ли, Букер? А он такой обиделся и говорит, нет, хорошие сапоги. Хорошие сапоги. Грех. Грех, грех. Блудный Букер. На Фалин со мной батлил. В Вологду. Я приехать хочу просто так в Вологду. Под прямую бочку. Ну, возможно. Я делал уже, послушай. My Rap Holy Bible. Там есть под прямую бочку. 10 лет назад альбом был. Ой, 8 лет назад. 8. Букер, это значит от слова книга. Книжник. В Пензе будем взрывать зал. Живу в Питере. Жду от кого-нибудь релиз. Жду от греха новый релиз. Грех говорил, новый релиз будет. Букер. Косая бочка. Книжный червь. Да, друзья, это все он. Букер Ти Джонс. О, Букер Ти вообще крутой был. Помнишь, мой любимый, кстати, был Букер Ти, потому что он был ебаный адский негр. Альбом Deep Accents, я один трек слышал, похоже на Оксимирона немножко. Почему бы и нет? Когда не хватает Оксимирона немножко, можно включить Deep Accents, покачать башней и ветками. Неплохо, почему нет? Будет взрывать. Будет клип, друзья. Про клипы вы спросили. Будет клип. Скоро будет клип. Вот скоро уже будет клип. И вы удивитесь. Будет круто. Не знаю ничего про VIP. Ни про фото, ни про VIP не знаю. Мы артисты стандартные. Приезжаем, и балайку включаем, свою фонограмму.
Танцуем под нее, как умалишенные. Да, потом всех шлем нахуй и убегаем. А трек я не скажу, но и вы его не слышали, что самое интересное. В твиттере Оксимирона хотя бы больше репостов от антихайпа видеть, побольше лайков и репостов. А в кукуху склад входят все, кто кукухой поехал. О Мафите я... Да, респект карандашу, респект. Спасибо. Фил хайпажор, все. Ну, вы же помните, кто привел Филиппа Киркорова в русский рэп. Это сделали мы. Да. Это сделали мы. Друзья, кто еще не послушал Overhype 2, Overhype 1, Hype Train, Mixtape, Nemimo Hype, Mixtape. Слушайте, идите послушать, все нормально. Фидукас, ЛСП на фиточках. Совместную работу только если вы битмейкер, сударь. А так мы фиты не пишем, только со своей бандой. Шахзот. Шахзот. Это узбекская такая группа. Очень песни великие. Группу Шахзот в русском рэпе, наверное, знаю только я и Хэллоуин. Я киргиз, а он узбек. Это капитализм, братишка. Шлют вообще нормальных людей по жизни всегда шлют. Несправедливость, она... Вот знаешь, думаешь, что вот по всему миру несправедливость, да? И ты думаешь, что ну ты можешь как-то противостоять ей. Но нет, именно из-за того, что все несправедливо, ты сам в колесе несправедливости напрямую участвуешь, потому что ну ты же не можешь вычленить себя из этого. Поэтому, видишь, только с теми, кто отбашлял шекелей много, с теми сфотографироваться можно. Ну вот такая фигня. Я вот вообще в своей жизни... Один раз ходил на концерт русского рэпа, это было воссоединение группы «Центр» в клубе А2. Вот. Больше на русском рэпе не был никогда. Тем более, чтобы с кем-то фотографироваться. Поэтому смотри, братишка, у тебя есть деньги на билет, это уже неплохо. Так что вот так. Чему из Бишкека уехал? Ну, просто переехал в Петербург. В Петербург. Чтобы делать рэп. Чтобы делать рэп, друзья. Когда зайду до садками шпаздеку, хуй знает. Но если ты выиграл билеты и випку, то ты крутой, что могу сказать. Можешь еще раз сделать репост, чтобы кто-то, никто не увидел, пришел, купил, сказал, не, ну, стопудово пойду на их концерт. Заводы стоят, а мы антихайпом занимаемся. Спору нет. Спору нет. То есть сраная. Нельзя назвать это буржуазией. Просто мы новые мещане. Новый мэрс. Новый мэрс. Денег нет на мэрс пока еще. Славка новый куплет пишет. Батловая площадка в России. Versus Fresh Blood. Пошумим, блядь. Овсянкин. Если делать отель, можно делать овсянкин, потому что карелин уже есть. Мой рэп будет актуален в России где-то еще от полугода до 8 месяцев. Мы писали в Верхайпе «Я на балконе, а Слава у себя в студии». Слушай, когда буду в Вологде, конечно, напишу. Просто скажу, кто в Вологде, go to сить. Че вообще, кто из Вологды? Лучше расскажи, братишка, кто в Вологде,
клевый и похоронен, и кто из Вологды. Вот мне похоронил, недавно рассказывал, вот казалось бы, город Елец, да, простой город, ну, вроде Елец, таких тысяч, Ельня там еще. А из города Ельца, оказывается, столько всех известных людей, писателей, музыкантов вообще. На чем построен мой стиль? Мой стиль построен на сваях таких, знаешь, 15-летних. В Украине буду популярен всегда, актуален тем более. Ну вот я в футбол не очень часто играю. Поэтому навыков маловато, конечно. А особенно нету. Фортепиано нет, не умею. Череповец. Крылов. Пожалуйста. Кстати, в Летнем саду памятник Крылову великолепный. Украина – это новая Россия, в смысле, новая душа. Украина – это новая Россия, потому что Иисус, он вернется в Украину. Вот если появится Иисус на планете, то он в Украину придет, потому что это Божья земля. Иисус будет из Украины. Кулинарный эфир. Да уж готовлю мало дома, времени занимает, ленюсь, хочется пожрать где-нибудь и ничего дома не делать. Сейчас мы... Так вот. Книжки? Да возьму просто читалку и все. Читалочку, друзья, давайте. Побольше вопросов про русский рэп, пожалуйста. Что вы прям про какие-то нормальные вещи спрашиваете? Про русский рэп там. Лизер, Флэш. Еще кто там вышел? Фейс. Да, братишка, нам же прорываться там, типа, надо придется. В Украину. Нас же там щемят. Доставляем мерч в Украину, просто денег стоит. Старик СД. О, это я бы Вите сказал, назовись Старик СД. Старик СД. Gone Flat. Ну, я послушал, мне кажется, слабый альбом. Так хороший, приятный человек. Книгу Летова не читал. Кизару... Приятный. Спасибо всем, кто скинул альбом всем своим друзьям. Треки ДК мне нравятся, но я их вперемешку с Crazy Mega Hell'ом слушаю. ДК, Crazy Mega Hell, ДК, Crazy Mega Hell, вот так вот по плейлисту раскидаю. Неплохо. Фара, мне кажется, под наркотиками там сидела, дуй дурак. Спрашивает, употребляешь наркотики? Оверхайп 1, не знаю, хорошие, они разные. Оверхайп 1, он первый, мне нравится. Оверхайп 1. Один. Батлы, да, конечно, батлы кайф, только хорошие. Хорошие батлы кайф. Ларин в рэпе — это бомба. Стас Ай как просто. Не знаю, кто такой. Кроме оверхайпа, конечно, все будет. Все будет. Здравствуйте. Тридцатого ноября, конечно. Про ЛП знаю все. Из-за Ленина пакет у нас удалили Хайп Трейн, Реп Гад и Бутлег.
И грозятся удалить снова, потому что Ваня Айван ничего не делает для этого. Друзья, если вы увидите Ваню Айван, напишите, что от его письма зависит многое. Последний трек «Стадионы» же. «Стадионы». Чего же он депрессивный-то? За майна каждый день, респект. На аватарку, все, вот, фотоите на аватарку. Все. Жора, да, жив-здоров. Вот, кстати, мистер Юниверс простую логику понял. Нет, карликов нет, карлик. Карлик, убей его. Самая поверхностная баттл-площадка – это Scramble Battle. «20% остается, но я сражаюсь до конца. Пока телефон не сядет, буду с вами, с моими братишками». Мы Линника взяли в букера в антихайп. Руслан Крейзи Мега Хайп, крутой. Будет гуглить. Я тоже гуглить люблю. Кто мог бы вступить в антихайп? Мог бы вступить туда... Ну, Букер как минимум мог бы, да, но не стал. Мастер-шеф. Мне нравится мастер-шеф в любом его проявлении. Потому что мастер, как говорится, это единственный человек, кто стоит на двухдолларовой купюре в головном уборе. Запомни. Кирилл Гнойный в антихайпе, да? Кто хуже, бездарный нелепый карлик-бомж или Сергей Шнуров? Ну, второй все-таки, второй. Маркунова в антихайп. А ДК сам из какого города, пацаны? Из какого города, я просто не знаю. Почему вы в Рязани говорите? А может быть, он из Перми? Флэш или Лизер? Лизер. Монеточка, да. Да, ставьте лайки, дружи. Соболев или Шнур, кто лучше? Соболев. Шнур обкакался на последнем альбоме. Маркул, респект. Единственный респект из Booking Machine, Маркул. Да, друзья, West Rap уже забатлил. Фейс или Ларин? Ларин. Эра Ренессанса. Нет, порчи нет. Haunted Family, все автоматически принимаются в антихайп. Джуп, респект. Шнуров еще плохо умеет интернетом пользоваться, у него только приложение Инстаграм установлено, поэтому он мог не видеть даже клип. ДК из Казани, ну вот видите, Казанский. ДК Казанский, я думаю, там есть такое даже. Странно, что достаточно адекватных блогеров кидали вам респекты, я тоже удивляюсь. Black Star в антихайп, да. МЦ похоронил, он похоронил Джуба. На татами. А что Шнуров писал о Дисе, расскажите, пожалуйста. Ты новый Шнур, а я новый Кани. Кани. Знаешь, на латинском Кани. Посмотри.
Загугли, как переводится. Кыргызстан супергуд. Нет, Веном нет, братишка, не смотрю такое. Чебоксары, не доезжаем, и набережные Челны. Фейс в грот, клево. Есть Мадонна в гроте, а есть Фейс в гроте. Веселый зарядье. Да, я написал один трек, он похож на веселый. Он называется «Старик». Он выйдет на альбоме в следующем году, возможно. Миша Джигли, да, его фамилия Джиглимян, фамилия просто. Михаил Джиглимян. Мы познакомились с ним, мы начали с бифа сразу. Я ему звонил на телефон на домашний в Мурманск и предъявлял претензии на домашний. На домашний в Мурманск. Жопа. Вот так вот. Презентация, да, это странно получилось, презентация. Но это как с группой ежемесячной. У них тоже альбом так и не вышел, а презентации 3 штуки было. Да. Токсичный экзистенциалист лучше, да. Джиглипуфа во все города. Кишинев приедем, а там мы в Бухарест недалеко. Бишкек, Санкт-Петербург или Париж? Только Вологда, Пенза. Релиз писали, ну вот, долго, да, с хайп-трейна начали писать. Потихоньку, по строчке в день, где-то по булке, по две, по слогу. Но иногда не получалось. Не иногда не получалось. Что по фильмам, сериалам? Братишка, вообще не смотрел ни фильм, ни сериал. Давно. Удалял Инстаграм. Не знаю, устал, разочаровался в формате. Подумал, меня никто не любит, лайков меньше, чем у Джуба. А вот представьте, Джуб бы захотел удалить Инстаграм, да он бы умер нахрен. Как ему без лайков, чтоб фотку не обработать? Красное нет. День провел. Утром встал, душ принял, поел и двигаться красиво. Нет никакой, нет никакой подсказки. Просто нет никакой подсказки. Единственная подсказка, что трек вы не слышали, вот и все. ЗОЖ, да, я ЗОЖ, я пью кофе. Депрессия существует, конечно. Это диагноз, который лечит. Что это за бред какой-то, долбоёб. Мерч Шевцова, я не знаю, что это такое. Хаски умер, легенда ушел. Ушел молодым. Когда семью заведешь детей. На выходных, наверное. На выходных. Вес рэп под биты. Убийцы, вороны прилетели. Они реально, короче, садятся где-то там повыше и каркают ебаные дети. Ну что, друзья, пора закругляться. Видимо, все вопросы заданы по второму кругу. Сейчас мы тут забаним цыганский собачий хор. Как ты подписался на лейбл? Мне Виктор СД сказал. Ты на лейбле, я сказал. Yes, bro. Bro.
так как не обосрали их. Мы не мы уважаем русский рэп и русский рип. Антихайп, авангард, Сратуш Гэнг, Кукуха Сквад. Легендарный эфир. Ну а на сколько минут должен быть легендарный эфир? Он больше, чем полчаса. Давайте последние вопросы. Солнце мертвых. Нет, я не буду делать солнце мертвых. Его сделал Слава. Почему не смотался со мной у Казанского? Не сфотался. Не знаю, братишка. Может быть, ты слова не те подобрал? В Сургуте. Нет, Сургут. Сратуш Гэнг. Просто можно подряд какие-то слова вырывать. Батл, Сратуш Гэнг, Оверхайп, Сургут, Постмодерн, Апкур. Токсичный Джигли. Джигли не токсичный. Он очень даже красивый, симпатичный. Не токсичный, симпатичный. Джиглимян. Минск, да, есть же Минск. Минск в списке городов. Ив Сен-Лоран. Старенький, я фрешману отдал. Да про депрессион я знаю, да. Квакши Боя, а Квакши Герлы, никто не знает, кто это. Давайте тут не токсичные, не надо вот это все. Это не плохие слова. Запретим все плохие слова, когда к власти придем. Хуйня. Хуйня женского, конечно. Волгоград. Волгоград были в прошлом году. Билет на концерт стоит, 1000 рублей, ужас. Да май стар как мир. В Анатеке был 4 дня назад. 5 дней. Банили хуйню, потому что она в предзаказе была. Не в предзаказе, а в этом. Ну, короче, залита. Залита. В iTunes, и там стояло время релиза, и поэтому банило, типа, до времени релиза. Короче, геморрой вот это, все цифровые всякие штуки. Цифровые штуки. В клипе будет Абба, да. Будет Абба. Абалбиск, братишка. 17.03. Пацаны, я хочу заявление сделать про 17.03 официальное. Его история не закончена. Не верьте всем, кто говорит, что он закрылся. Он откроется. Он откроется. Это легендарное место. 17.03. Я не подписан на КПСС. Хожу в Ионку. Да, братишка, ну чё, малолетки, не малолетки, какая разница? Есть хорошие люди, есть неврубастые люди. Никогда не получится так, чтобы были только те, кто тебе нравится. Разные люди есть. Ничего плохого, наоборот, хорошо. А кто-то тебя считает там, ну, типа, каким-то там... Не таким, это хуйня, все, люди разные бывают, просто все тусуются, клубятся по каким-то своим параметрам, нормально все, это же круто, не надо гетто устраивать, пусть будет все, пусть цветут 100 цветов, 1 000 000 цветов, перерыв, восстанет альфа-баром, да я думаю, да, конечно, ходит и за 30. И за 40. Шок. Фит с Бордуновым будет. Альфа-бар.
Сколько раз паял топски? Нисколько. Ладно, друзья, давайте. Всех был рад видеть. Генри Киев на связи. Люблю вас. Всем стикер. Всем стикер.